Мы находимся в городе Шахтерске. Держим оборону против укропов, то есть украинских войск. Кошмарят мирных жителей, блин. Как слышите, сейчас залпы. Работают грады. Работают минометы, танки и все остальное. То есть они любым способом уничтожают мирное население. Мы, как вставшие на защиту своего Донбасса и своей родины, выполняем свой долг. И пускай эти укропы не думают, что мы здесь просто так. Мы за свою идеологию, за свою жизнь, за своих детей, матерей. И не за деньги, как они. Эти твари только могут убивать мирных жителей и детей. Вместе с взрослыми, детьми, стариками. Также могут их мучать. Мы сами из Славянска, поэтому мы знаем, как это все происходит. Мы будем здесь стоять до конца. Спасибо. Пожалуйста. Обратите внимание, жилой дом. Там кому помните, живут люди, женщины, дети. Несмотря на это, они сейчас идут обстрелы с танков по этому дому. Три раза уже всадили в крышу. А где ПТР? Что надел в штабе? Откройся, здравствуйте. Привет. Как у вас дела? Да ничего, стреляем. Да. Воюем. Как, можете прокомментировать ситуацию сейчас? Ну как, в двух словах. Ну там подпалили сейчас какую-то броню, там попали, там минометного стрела. Запалили. Ну там за зеленкой танк стоит, периодически два танка, там периодически пострелили. Но надеемся, что когда он отходил, попал под минометный обстрел, загорелся, хорошо горит. Вот. Ну еще там постреливают. Сейчас там группой выдвинулась разведка, там еще. Будем выжимать их, выбивать отсюда. А за ночь что случилось? Ночью? Да. Которая была ночью? Да, да. Ну мы с группой выдвинулись ночью. Здесь через зеленку они там стояли. Танк, бетер. И там они там что-то экипировались. Ну, мы их с вогов обложили. Переместились, вот, выдвинулись. Поменяли локацию. Ну там пощипали мы их немножко. Хорошенько. Понятно. Вот разведка здесь была, когда днем мы заходили, здесь была разведка, ну, выдавили отсюда разведку. Выгнали. Ихнюю, да? Это вчера днем. Ихнюю разведку? Да. А мы прямо столкнулись с ними вот нос к носу, ну, меньше стояли, ну, где-то около 100-120 метров вот так вот. Стояли друг друга, смотрели. Я просто напомню, что позывной у вас тоже нос. Да, да. Ну, да, вот так вот. Держим, держим. Спасибо. Да не за что. Жители заходили, вот, у нас там на крыше был снайпер, потом только спустился с танка. Сначала три залпа по крыше сюда, потом недавно еще три залпа туда, по верху, сбоку дали оттуда. В общем, верхушку всю разбабахали на этом доме. Местные вот, жители там... в доме были, сейчас уже несколько семей мы эвакуировали оттуда с детьми, с маленькими детьми. Вот, еще кто-то есть в доме, еще кто-то сидит. Мы тоже выводим, эвакуируем. Как ситуация, скажите? Так как? Думаю, победим. Все-таки на нашей стороне правда. Спасибо, удачи. Слушай, что хотел? Хотелось бы, чтобы лучше было, но все равно как бы мы на своей земле, поэтому как бы у них шансов нет. Если мы ляжем, придут новые. Будут так же воевать, как и мы. Вот и все. Больше нечего сказать. Слов нет просто. Просто фашисты. Как людей, своих же людей бить, это ну, просто геноцид. Больше ничего не могу сказать. И аккуратно сейчас сразу тут налево. Скажите, вы этот дом, да, сейчас держите под контролем? Ну, сегодня утром вроде как начали держать. Ага. Уже две семьи вы здесь с маленькими детьми. Ага. Сейчас ходим, проверяем наличие жителей в доме, эвакуируем. Я понял. У вас можно девушку снимать, нет?
Только не когда курила. Только, а, не когда курила? Когда не курила. Там она не хочу девочек приняться, давай. С пестиками разбегу. Вот смотрю на свой дом впереди. А где живет? Ну, я сам старец. 6 апреля дома не было. Ну, хочу туда попасть. А давно попадание там было? Сюда? А сколько раз попадали? 3 или 4? 4 раза, сразу 2 и 2. Не знаю, на время не смотрел. Недавно, да? Ну, может, час назад. Ага. Но дом был полон, да, были жители здесь? Там они сейчас есть. Не открывают просто, да? Не, ну кто-то открыл, только же отец с сыном открыли. Ага. Перепуганные, еще много годин, конечно, провели. И тут и с грудными детьми выходили. 2 семьи, да? 2 семьи с грудными. Да. Ну, не маленькие. Ну как? 5, годик. 5, какой? Нет, а вот годик. Нет, до этого вообще мы не увидели. Годик вообще такой. До этого не видел. Вот которых на машине везли, там же жводик вообще. А мы обе семьи на машине везли. Ну так, вот как-то. Сейчас вот двух мужчин эвакуировали. Люди просто боятся даже. По-моему, еще есть.